Жириновский и Маскалькова исполнили вальс у стен Кремля. Бессменный лидер Либерал-демократической партии России ЛДПР Владимир Жириновский и уполномоченная по правам человека в России Татьяна Маскалькова виртуозно исполнили вальс под аккомпанемент военного оркестра. Это необычное событие произошло по завершению торжественной церемонии возложения цветов в Александровском саду у стен Кремля. В четверг президент России Владимир Путин в присутствии официальных лиц страны возложил венок к могиле неизвестного солдата у Кремлевской стены в честь Дня защитника Отечества, традиционно отмечаемого в России 23 февраля. На торжественной церемонии также присутствовали министр обороны Сергей Шойгу, премьер-министр Дмитрий Медведев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Госдумы Вячеслав Володин. Понравилось видео? Ставьте ваши лайки, пишите комментарии и делитесь видео с вашими друзьями. Чтобы быть в курсе всех последних новостей, подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!